Ну что, всем здравствуйте. У нас вторая встреча на тему о совместной разработке приложений на Python. Напоминаю, что у нас такой многосложный и от этого как раз достаточно простой курс. Ну, простой в том смысле, что там много всего по мелочи. В котором у нас одновременно мы изучаем Git, изучаем инструментарии. Это мы будем во второй половине семестра, связанные с разработкой приложений на Python и всякую дисциплину разработки саму на Python, да? Вот. Так у нас произойдет и сегодня, что мы будем сразу все одновременно изучать, ну, видимо, не слишком глубоко, вот это в моем стиле. А кому, значит, понадобится глубже, ну, значит, будут глубже. Еще раз всем здравствуйте. Ну вот, у нас, да, значит, если сравнить с тем, что у нас было в прошлом году, план лекции изменился, поэтому он такой немножко неподробный, хотя, мне кажется, вполне достаточный по названию топиков. Вот, мы все это должны за сегодня пройти. Прежде чем мы будем говорить про Python, сегодня основная часть про Python у нас, ну, больше тем, надо закрыть один важный пробел, без которого довольно трудно делать домашние задания и вообще трудно как бы с нуля начинать работать по этому курсу. Понятное дело, что большинство из нас все-таки немножко тыкали пальцами в Git, хотя бы на уровне я прочитал методичку из 4 команд, 4 команды освоил. Вот. Но я обязан про это рассказать. Если я не буду про это рассказывать, ну, будет казаться, что все это и так знают, что в общем неправда. Идея в чем? Идея стоит в том, что если мы создаем какой-то репозиторий публичный, обычный, да, репозиторий, в котором мы ведем разработку, то вся вот эта разработка в том виде, в котором мы об этом говорили в прошлый раз, это для себя лично. Вот. Мы делаем какие-то изменения, мы эти изменения коммитим, мы коммиты сопровождаем коммит-месседжами на предмет того, чтобы описать, какую задачу мы решили этим коммитом. Короче говоря, составляем такую память для себя, как мы разрабатывали нашу программу. Как нетрудно догадаться, это не самое, то есть это очень удобное и довольно важное свойство Гита. И я в последнее время имею привычку вообще все держать в Гите, хотя бы в локальном. Любой текст, который я пишу, если я рассчитываю писать больше, чем там, не знаю, день, то есть вот сегодня, еще завтра, даже не так. Если я рассчитываю писать больше, чем за один прием, возможно, даже всего лишь там в течение часа, если рассчитываю писать текст больше, чем за один прием, я, как правило, чисто уже на автомате сооружаю гит-репозиторий, кладу туда этот текст или несколько текстов, или несколько файлов, и потом их, значит, развиваю. Вот. Это очень удобно. Мы с вами в следующий раз поговорим о, и даже сегодня немножко поговорим о работе с историей. Вот. Это очень удобно для того, чтобы можно было посмотреть, какое безобразие вы наделали там в одном из коммитов, что вы испортили, если вы программу разрабатываете таким образом. Ну, короче говоря, посмотреть, поизучать, когда у нас что было в нашей истории разработки. Вот. Кадир век. Важно, что в... Даже не так. Ну хорошо, давайте сделаем Кадир репа. Даже не так. Давайте сделаем еще Макадир. Макадир. Ру. Реп.ру. Вот. Или даже Барри, назовем его Барри. Вот. Репу удалим. Да, значит, что в этом замечательном процессе разработки условно для себя, нам ничего нам не хватает. Нам не хватает инструментов для взаимодействия с другими нашими товарищами, которые работают над тем же репозиторием. Это репозиторий локальный, надо еще как куда-то его в какое-то доступное место
публиковать, чтобы люди, которые работают вместе с вами над этим проектом, видели, как вы над ним работаете, да, и как-то согласовывать действия. Про согласование действий мы опять-таки поговорим в следующий раз. Сегодня мы поговорим про дисциплину вот этой самой публикации. Надо понимать, что в любом процессе разработки, когда вы собираетесь с кем-то коммуницировать посредством исходного кода, присутствует минимум два репозитория. Один ваш локальный, в котором вы все разрабатываете. Второй ваш публичный, в котором вы результаты вашей разработки публикуете. Это два совершенно разных репозитория. Локальный лежит на локальной машине, а публичный лежит там, где его публика может посмотреть. Ну, та публика, которой вы предоставляете доступ. Вот. И тот, и другой репозиторий, обращаю ваше внимание на это, в классической схеме разработки по распределенному типу, как это предполагается в Git и других DVCS, Distributed Version Control Systems, оба репозитория доступны на запись, то бишь на изменение, только вам, хозяин. Понятное дело, что локальный вот этот репозиторий, который я только что создал, понятное дело, доступен только мне, но важно, что изменять содержимое публичного репозитория, который является инструментом обнародования вашей работы, можете тоже только вы. Вопрос, как с этим будут работать другие люди, очень просто, они будут оттуда втягивать ваши изменения, но, повторяю, это разговор не сегодняшний. Сегодня мы говорим о том, как нам с вами личный свой репозиторий публиковать. С учетом, разумеется, того, что в этот публичный репозиторий будут заглядывать люди, будут оттуда клониться или мержиться или что-нибудь такое. Для начала хочу сказать, что вот этот самый публичный репозиторий совершенно не обязательно должен быть публичным. Он даже совершенно не обязательно должен быть где-то в сети. Просто у вас есть тот репозиторий, который соответствует вашей разработке, и тот, в который вы, сейчас будет термин на английском языке, привыкаете, в том смысле, что на макаронническом русском, в который вы пушите свои коммиты, из которого вы межитесь обратно или пулите, из которого на предмет, значит, синхронизации. Вот. То есть наш цикл, который раньше выглядел так. А, нет, значит, сейчас я попробую начать все-таки с некоторого начала. Значит, вот мы создали репозиторий, который называется, еще мы не создали, мы создали каталог под названием repo.bari. И этот вот каталог будет у нас сейчас работать публичным репозиторием. То есть внезапно публичным репозиторием может работать любой репозиторий вообще. Вот, с одним мелким исключением, про которое я говорить либо не буду, если успею, все-таки расскажу. Для того, чтобы создать этот публичный репозиторий, сейчас мы туда перейдем. И скажем в нем git init минус-минус bari. Вот. Обратите внимание на то, что мы создали репозиторий, узнаете эти файлы под каталоги, да? Вот. Но в отличие от локального репозитория, в котором у вас есть рабочая копия, а рабочая копия в каталоге .git лежит ваш локальный репозиторий, голый b-репозиторий содержит только его и больше ничего. Вот эту штуку мы сейчас будем использовать как место для публикации. Она лежит рядом, ничего сложного в этом нету, мы сейчас будем туда пушить, будем оттуда мержиться, ну, в общем, все вот это. Он пустой. Мы даже ничего не будем делать с этим репозиторием, он будет пустой как есть. Давайте мы создадим еще один каталог. Ну-ка, где репо. По. Вот, зайдем туда. И совершим наш первое взаимодействие с внешним миром. Давайте мы даже вот что сделаем. Давайте мы здесь будем вписывать цикл разработки. Значит, первая стадия, на самом деле нулевая стадия, потому что она происходит всего один раз, и это, собственно, создание, удаленное создание репозитория и его клонирование, то есть первичное изготовление, кстати, зря я сказал репо, извините. Вот. Первичное изготовление вашего локального репозитория с рабочей копией в нем из удаленного. Вот мы сейчас удаленный
репозиторий для публикации, создали прямо здесь, на этом же компьютере, с помощью git init --b. Значит, создание удаленного, или выбор создания, это было слово создание, создание или выбор удаленного репозитория и клон. Давайте мы его склонируем, скажем git clone. Это был git. Здесь мы указываем способ доступа к удаленному репозиторию. Пока что он у нас лежит прямо рядом, поэтому ничего такого мы делать не будем. Вот. И в качестве того, как он будет называться repo.log. Ну, просто repo. Вот. Нас git честно предупреждает, знаете, вот в том репозитории, который вы склонировали, не было ничего, ни единого коммита там не лежало. Но нам это даже на руку, вот, мы можем создавать какие угодно ветки, и первая ветка отлично приедет в тот репозиторий. Хорошо, перешли в репозиторий репо. Давайте посмотрим, что в нем. А в нем все как полагается. Это чистый репозиторий, в котором лежит точка git. Да? В котором нет ничего. Видите, no commit yet. В котором есть одна ветка по умолчанию. Она называется master. Или, если вы пользуетесь более политкорректными вариантами, main. Вот. В общем, ничего не происходит. Nothing to commit. Дальше мы пользуемся нашим стандартным циклом. Нашим стандартным циклом разработки, а именно похакали, добавили, закоммитили. Похакали, добавили, закоммитили. Давайте прямо это напишем. Стандартный цикл разработки. Стандартный цикл разработки. Похакали. Изменение. Оформление коммита. Коммит. Не знаю, успеем ли мы, надо поглядеть. Довольно интересно, что мы можем сделать много изменений, а потом сделать много коммитов из них. Вот. Даже в разбивочку. Но посмотрим, если будет время, сделаем. Если нет, перетащу это на следующее занятие, потому что это интересная штука, коммиты в разбивочку. Вот. Значит, давайте это сделаем. Значит, ну, не будем оригинальны, скажем. Изменение, оформление изменения какое-то, создали файл, оформление коммита. Сейчас сделаем коммит. Git commit минус a, минус m, new file. Обратите внимание, минус a не нужен. Обратите внимание на то, что, значит, мы воспользовались ключиком минус m, который сразу формирует commit message. Нам нет необходимости формировать commit message большой, в смысле, с помощью запуска редактора, вот этого всего. Вот. Вот у нас наш commit. Давайте еще один commit сделаем. Git, ну там, не знаю, date.txt какой-нибудь, да, git add. Git new date file. Вот, ой. Вот нас gitlog что показывает. Барс спрашивает, это очень важный вопрос, чем регулируется количество коммитов? Количество коммитов регулируется ничем. Регулируется не количество коммитов, а содержание их. Коммит — это исправление чего-то, то есть это решение некоторой задачи. Когда у вас в состоянии до коммита ваш код или ваш текст или что там вы храните в гите имел одни свойства, а после коммита другие,
Причем, чем мельче это изменение, тем, в принципе, лучше. Ровно до той поры, когда вы в состоянии описать, что это за изменение такое. Да, не изменение, я добавил одну строчку, теперь программа не работает. Да? А изменение, вот раньше, значит, у меня была ошибка, там не поддерживались никакие кодировки, вернее, при наличии такой-то кодировки программа выпадала, а теперь она не выпадает. Да? Или я добавил новую функцию, она что-то делает. Или я добавил, в прошлом коммите я добавил новую функцию, а в этом коммите я добавил тесты. Или иногда бывает наоборот, там, значит, людей запрещают без тестов добавлять функцию, хотя, ну, в общем, понятно. Вот. Обычно все-таки это отдельный коммит, потому что тесты пишутся отдельно от функции. Вот. Мы об этом еще сегодня поговорим, когда будем говорить об ответственной разработке, ответственной публикации точнее. Но общий принцип я готов рассказать сразу. Одно изменение, один коммит. При этом под словом «изменение» имеется в виду некоторая решенная задача. Понятное дело, что это абсолютно не формальное определение, и в разных сообществах, и в разных мозгах по-разному мы можем понимать, что такое решенная задача, но относиться к этому надо именно так. Что-то сделали, проверили, что мы сделали это правильно, закоммитили, написали commit-message. Если это что-то, что мы делаем большое, и изменений должно быть много, разбиваем большую задачу на подзадачи и коммитим каждое решение каждой из подзадач отдельно. Если отдельное решение, отдельной подзадачи как-то ухудшает или обессмысливает общий код, надо использовать ветки. Про это отдельная тема будет в следующий раз. Вот такие дела. Вот. Обратите внимание, что я еще ни разу не совершал публикации того, что я проделал. Да? Мы сейчас работаем над локальным репозиторием, и GitStats нам говорит: смотрите. А, он говорит, нет никакого апстрима еще, мы еще ни разу не пушили, мы один только пулили, да? У нас есть, откуда мы фетчим, а куда мы пушим, у нас нету. Хорошо, давайте запушим хотя бы один раз, скажем, git push. Git push – это отдельная тема, отдельный пункт нашей разработки. Оно называется публикация нашего цикла разработки. Публикация сразу нескольких коммитов. Вот. Вот теперь GitStats нам будет говорить, что у нас все хорошо. Что при этом происходит? При этом происходит оформление, передача этих коммитов на сторону публикации. В данном случае это у нас репозиторий rep.bari. Там как раз теперь у нас, вообще говоря, смотрите. Ой. Разница, как видите, разница состоит только в том, что у нас в текущем каталоге есть файл refs, ну, каталог refs, в котором, собственно, указано, какой у нас remote, наличие индексов и логов, которые нужны для работы с локальной рабочей компией, и разные конфиги. Все остальное, в частности, все объекты, да, все объекты у нас совершенно одинаковые. Разницы никакой. Вот. Такая вот интересная подробность. Ну, собственно, очевидная, да? Капитан Очевидность говорит, что эта подробность интересная. Опубликовали. Давайте продолжим нашу работу. Создадим, допишем файл этот самый, наш календарь. Да. Все это запишем, сделаем commit. Пше, да, git commit. Сделаем commit. Это было слово commit. Минус A, минус M. А, да, значит, что такое минус A? Может быть, я не говорил в прошлый раз, а если говорил, все равно не грех повторить. Поскольку у вас GitStats сейчас говорит, что у вас есть измененный файл из тех, что были, он измененный, но вы его не добавили в commit, если я сейчас скажу просто git commit, просто git commit, он скажет, что нечего коммитить на самом деле.
Он говорит, no changes added to commit. Нету, чё, нечего коммитить. Вот. Для того, чтобы закоммитить изменения в файле календаря, его, этот коммит нужно подготовить, сказать git add или что-нибудь такое. Вот. Очень часто бывает так, что вам нет необходимости каждый раз говорить git add всех тех файлов, которые вы поменяли. Более того, у вас при работе, допустим, на том же C, в текущем репозитории, в текущем рабочей копии образуется какое-то количество мусора, которое не надо коммитить. И вам еще надо выбирать, что коммитить, а что нет. Вот. Соответственно, вместо того, чтобы делать так, вы можете использовать командочку git commit -a, которая означает минус-минус add, то есть добавить все те файлы, которые были уже раньше и которые git считает измененными, а новые не добавлять. Ну, давайте сейчас создадим какой-нибудь новый файл. Вот. Вот у нас есть два файла, они разные. Этот не включен в коммит, но он был в рабочей копии раньше, он изменен. А этот, untracked, он не включен в коммит, а вообще он новый. Если мы скажем сейчас git commit -a, то вот этот файл автоматически включится в коммит, а этот останется как был. И это очень удобно, потому что это, считай, мусор, а это вот то, что мы изменяли. Вот. Вот, видите? Для того, чтобы избавляться от мусора, можно сказать git clean. Обычно минус f, минус d говорится. Вот. Git clean минус f в обязательном порядке удаляет файлы, даже если где-то настроено, что их удалять нельзя. Вот. Ну, если вообще это можно удалить. А минус d удаляет еще и под каталоги, если таковые лишние наличествуют. Вот. Обычно я делаю так. Вот, у нас теперь есть отличная, отличная разработка. Проблема состоит в том, что мы немножко облажались. Давайте посмотрим на файл календарь. Ну что это такое? Это называется шаловливые ручонки, оно же typo, оно же опечатка. Надо поправить. Внимание, вопрос. Зачем нам предыдущий коммит? В предыдущем коммите мы сделали все то же самое, что сделали сейчас, а сейчас еще поправили опечатку. Второй вопрос. А насколько нам дорога вот эта история? Вот эта история. Смотрите. Вот эта история у нас уже опубликована. Вполне возможно, сюда пришли люди и даже заклонили или там что-то начали разрабатывать. Вот эта история, вот этот кусочек у нас не опубликован. И это редкостная удача. И это означает, что вот эту часть истории, которая отделяет нас от мастера, да? Сейчас давайте посмотрим. Вот, вот эту, один коммит. Вот этот один коммит, который мы еще не опубликовали, мы можем смело удалять, исправлять, менять и так дальше. Ситуация с тем, что мы исправили ошибку, опечатку в последнем коммите, решается очень просто. Мы вызываем тот же самый коммит, только с ключиком минус-минус amend. Вот смотрите, вот у нас был вот такой git log. Теперь мы и вот такой git status. Вот это правка нашей опечатки. Вот. Сейчас мы возьмем и перекоммитим этот же самый коммит поверх старого, вместо старого. Для этого надо всего лишь сказать git commit -a -minus amend. Что сейчас произойдет? Возьмется вот этот измененный файл, поскольку мы его изменили. Откатится на предыдущий, все откатится на предыдущий коммит. Потом следующий коммит накатится обратно вместе с теми изменениями, которые мы сделали сейчас. Бумс. Смотрите. Ну, это понятно. Лог, как и раньше, состоит из трех коммитов. Последний коммит изменился, был вот такой от такого времени, стал вот такой от сякого времени. Да? У него изменился ID, у него изменилось время. Время у него не изменилось. Ха-ха-ха. Забавно. Здравствуйте, Роман. Все вопросы по любым вопросам, кроме текущего изложения лекции, у нас в телеграмном чатике. Спасибо. Вот. Значит, здесь я просто отвечать на них не буду. Соответственно, вот.
Как видите, commit ID изменился при этом аменде. А что важно, время коммита 13 часов 06 минут 41 секунда тоже изменилось. Вот. То есть фактически мы вместо старого коммита вписали новый. Отлично, будем знать про это. А, нет, соврал, простите. В описании к лекции ссылка на чат. Значит, на титульной странице лекций. Значит, извините, еще раз извините. 13, 14, 12 был коммит 7F. 13, 14, 12 стал коммит 5A. Вот, мы изменили наш коммит задним числом. Мы поправили в нем какой-то фикс. Время коммита при этом не изменилось. Зачем так? Затем, что мы тем самым как бы самому себе даем понять, что это тот же самый коммит, это та же самая проделанная нами работа. Просто мы немножко поправили, пофиксили какие-то незначительные ошибки. Вот. Вот такая вот интересная подробность относительно редактирования истории. Ну вот теперь мы можем смело пушить это дело. Вот. Теперь довольно забавная ситуация. А что делать, если у вас несколько человек работает, или вы работаете с разных компьютеров? Вот, допустим, мы берем и работаем на другом компьютере. На другом. Говорим git clone. Что там у нас? Repo.bare. Already exist. Ну хорошо. Repo.other. Вот у нас два человека работают над одним и тем же проектом, а на самом деле это один и тот же человек, я работаю над одним и тем же проектом. Вот. Просто, ну вот, значит, с двух разных мест. Как нам синхронизировать свою работу? Да очень просто, я делаю здесь коммит. Ну давайте сделаем просто, да. Вот. Это у нас git div такой. Вот, git commit -m add new dates. Проверяю, что все хорошо, что этот commit ответственный, и мне можно это все публиковать. И публикую. Давайте посмотрим, что говорит git status. Git status ничего не говорит. Git. А должен. А. Git pull. Up to date. А почему не говорит? Должен говорить. Ща, погодите. Разберемся. Так, давайте мы перекатим еще раз. Git reset -- hard. Hard вот сюда, на предыдущий commit. Вот, git status. Ага, значит, your branch is behind origin master by один commit and can be fast forwarded. Видимо, надо какую-то синхронизацию делать, git update какой-нибудь. Не знаю, как повторить эту проблему. Короче, нам нужно как-то обновить вот это состояние, прежде чем смотреть git status. Но, допустим, мы это сделали, надо почитать документацию. Допустим, мы это сделали, и теперь смотрите, у нас git нам честно рассказывает, что наш репозиторий отстает от большого репозитория на один коммит. Причем это хороший годный коммит, мы можем вполне на него прокручиваться, даже вот с теми изменениями, которые, ну, то есть в этом репозитории. Тогда мы делаем git pull. Все, я вспомнил, git fetch надо было сделать. Git pull. Что при этом происходит? Git pull — это составная команда. Мы сначала синхронизируем наш репозиторий с удаленным. Обратите внимание, репозиторий, то есть содержимое каталога .git. Рабочая копия при этом не меняется. Мы синхронизируем репозиторий с публичным. Это первая команда, это называется git fetch. А вторая команда, мы сливаем этот самый публичный репозиторий с текущим, с тем местом, куда у нас смотрит текущая история разработки в локальной рабочей копии. Это называется git merge.
Вот. В данном случае этот мерч абсолютно, абсолютно безболезненный, fast-forward, то есть файлы ничем не отличаются, и изменения можно прям накатить на те, которые есть, и наши истории тоже ничем не отличаются, просто одна отстает от другой. Вот. В обратную сторону можем сейчас сделать так. Эхо или там vdates на другой машине. Теперь мы, значит, вносим очередные изменения. Вот. Ой. Вот у нас эти изменения. Говорим git commit. Ну, бессмысленные. Вот. А. Бум. О, смотрите, мы ошиблись вот здесь. Здесь мы ошиблись просто в commit messages. Понятно, мы можем сделать минус amend. Вот, мы можем сделать... И в этом минус-минус аменде поправить вот это сообщение. Но сейчас мы рассмотрим еще одну последнюю тему на сегодня про Git. Это про ребейс. Причем про ребейс исключительно линейный, а не с ветки на ветку, потому что ветки мы еще не проходили. Предположим, мы этот коммит замазали следующим. Ну, не знаю, там. Во. И сказали ему git add, естественно, потому что это untracked файл, да, мы не можем сказать git commit минус a, этот файл не считается, он считается пока что мусором. Вот. Git commit минус m new 3 month файл. Вот. Посмотрели git log. Все вроде хорошо, да, у нас все в порядке с этим самым, только где-то тут у нас была проблема, git log. Не вижу проблемы. А где я сделал проблему? Я не вижу проблемы. Вот это да. Ну тут есть два пробела, может быть, в этом дело. Ну ладно, значит, что-то мне казалось, что я специально внес какую-то проблему в историю, но, видимо, ее нету. Но будем считать проблемой вот этот пробел. Да? У нас есть в истории изменений какой-то фикс, который мы хотим сделать. Если раньше мы сказали, могли бы сказать минус-минус амент, то, к сожалению, сейчас мы это сделать не можем, или вернее можем, но несколько в более сложной форме, потому что вот это изменение с другой машины, оно было в другом коммите, в предыдущем, вот в этом. Мы можем заменить вот этот коммит, а вот этот коммит мы заменить уже не можем. Вот. Вот хотим этот пробел удалить. Что мы можем сделать? Мы можем по-крупному переписать историю. Давайте посмотрим, во-первых, до какого места мы можем ее переписывать. Последние два коммита у нас не опубликованы еще. То есть они пока что на локальной репозитории. И мы можем смело переписывать все эти коммиты на другие. Сейчас так и сделаем. Что для этого делать? Git rebase минус e interactive. И указываем, какое количество коммитов в истории мы собираемся переписать. В данном случае 2, поэтому можем написать просто, смотрите, либо здесь написать commit ID, начиная с которого будем переписывать историю. Либо, если нам очень лень этот commit ID выискивать, сказать так, начиная от конца нашей разработки, от головы, на 2 коммита назад. Вот эти 2 коммита. Во что такое мы тут вляпались? Это... Очень мощный инструмент изменения истории, который называется Rebase, который в действительности гораздо более мощный, чем то, что мы будем сегодня использовать. Вот.
который позволяет переписать всю историю заново. Вот. В рамках не опубликованного, а того, что мы проделали над локальным репозиторием, это сделать можно абсолютно безболезненно, никто не пострадает, если только вы сами не запутаетесь. Вот. И что нам предлагается с этой историей делать? Вот тут есть прям специальные большое количество команд, которые мы можем выполнить над соответствующим коммитом. Вот. Ну, тут много всякого интересного. Для нас сейчас важен буквочка R, reward. Это в случае, если у нас commit message оказался кривой, и мы хотим его переписать. И буквочка E едет, которая будет состоять в следующем, что мы скажем, вот сейчас мы говорим, теперь давай rebase. Он будет применять все эти коммиты. Когда он попадет на коммит вида E, она же едет, он остановится, скажет, ну меняйте, редактируйте, а потом скажите коммит и продолжайте. Вот сейчас мы это и сделаем. Остановится на то, чтобы мы сделали нормальный амент, тот самый амент, заменит новый коммит и продолжит работу. Вот мы сейчас так и сделаем. Мы составили план нашего ребейза. В этом плане ребейза стоит, он состоит в том, что мы отредактируем предпоследний коммит, а последний оставим как есть. Вот. Он говорит так. Вот этот коммит, который вы тут захотели редактировать, вот этот. Вот. Ну, это тот же самый коммит ID, только усеченный до первых 7 символов, так модно. Вот. Вы давайте его правьте, потом закоммитьте его с амендом, а потом скажите, продолжай ребейзить. Ну, давайте править. Что там надо править? Надо править date.txt, в котором мы поставили лишний пробел. Вот мы его поправили. Теперь он нам советует сказать git commit минус-минус амент. Он говорит, так, смотрите, у вас происходит амент. Амент происходит в том, что вы взяли вот этот commit. Вот забыл какой. Вот этот commit взяли. Вот. Теперь, значит, в этом коммите у вас изменение вот этого файла. Вот. Сейчас мы все сделаем. Я забыл git это сказать, да? Секунду. Значит, этот самый лайфхак. Если вы поняли, что вы не хотите ничего коммитить, сделайте пустой коммит-месседж, и вас пошлют со словами «у вас пустой коммит-месседж». Этот коммит-месседж пустой, он состоит только из комментариев. Сейчас коммит не произойдет. Он не произойдет, потому что мне вот это вот не нравится. Надо было git add сказать. Git add .txt, и вот теперь git commit. Во, вот теперь хорошо. Вот теперь хорошо, мы сейчас скажем, что... тоже нет. Надо было commit message оставить. Git commit минус-минус амент. Амент. О, шикарняк. Значит, что мы сделали? Мы поправили файл date.txt. Мы сказали ему git add. Теперь будет амендиться именно он. Мы сказали git commit минус-минус амент. То есть произвели вот этот commit, пожалуйста, переаменьте. Commit-месседж к нам приехал старый, мы его сохранили, все. Что произошло? Мы только что отредактировали... Что-то мне не нравится. Git rebase минус-минус continue. Вот. Мы только что отредактировали этот коммит, замендили его и применили. Вот. И мы находимся сейчас в состоянии... А, кстати, давайте скажем git status. Мы находимся в состоянии ребейза. Мы еще не вышли из этого процесса. Мы только что отредактировали тот коммит, который мы поправили. И ему надо сказать, ты давай дальше давай. Давай. Коммент минус continue. Ребейз. Все. Вот эта история. Ребейз интерактивный всех коммитов, которые есть, с произвольной действиями над теми коммитами, которые мы собирались проделать, эта история закончилась. Как видите, у нас как было два коммита, так и осталось. И мы отредактировали вот этот, он поменялся. Мы поменяли, собственно, суть нашего патча, убрали там лишний пробел. Обратите внимание на то, что все наши упражнения происходили над локальной историей, которая не опубликована, находилась за пределами того, что у нас на публичном репозитории опубликовано. Сейчас мы теперь вот эту хорошую, годную историю опубликуем. Жмак.
Эти два коммита приезжают на публичный репозиторий. Вот. Вот я сказал git fetch. Кстати, теперь хорошо видно, да? Я сказал git fetch. Что такое git fetch? Синхронизировался с удаленным репозиторием публичным. Теперь в моем репозитории лежит актуальное состояние, синхронное с удаленным, а в моей рабочей копии, как показывает git status, лежит состояние из истории, которое отстает на два коммита. Но это отставание на два коммита абсолютно линейное, мы просто их ничего не сделали, поэтому если мы скажем git pull, или что то же самое, git merge вот с этим репозиторием, мы получим эти два коммита в свою историю. Вот они. Вот они. Вот. Последнее, что хочется здесь сказать, потому что нам давно пора переходить к питончику, но это, правда, тоже тема, которую нужно осветить. Это тот факт, что мы-то с вами создавали репозиторий здесь. А в действительности публичный репозиторий обычно создается там, где его публикуют. Вот, капитан очевидность нам идет опять-таки на помощь. То есть, было бы неплохо, чтобы тот репозиторий, который вы клоните, в который вы пушите, был где-то там с той стороны, и его все видели. А не в соседнем каталоге. Зачем мне в соседнем каталоге репозиторий? Вот. Это тот самый репозиторий, который вы зарегистрировали, когда регистрировались на курсе. Ну вот. Соответственно, при записи на курс на GitHub, GitLab, вообще на любом хостинге Git репозиториев. И пока что я не буду разговаривать, буду или не буду, видимо, особо не буду разговаривать насчет того, как именно осуществлять доступ к удаленному репозиторию там на соответствующих гит-хостинговых площадках. У нас будет отдельный разговор на эту тему про SSH ключи и вот про это все. Да? То, что мы делали сейчас, отличается от того, что можно делать с удаленными гит-репозиториями, только в момент клона, вот здесь вот, вы пишете URL специального вида для доступа к удаленному репозиторию. И в конфиге у вас, в гит-конфиге, только не здесь, да, а вот здесь. В git-конфиге у вас в локальной рабочей копии вот, появляется место, origin, URL, вот этот URL, куда на самом деле вы пушите. Вот. Ну, давайте, ради примера, я все-таки покажу, как это делается, но, в общем, вы, кажется, поняли, о чем идет речь. Сейчас мы посмотрим, где вот тут у нас вот тут у нас есть некий репозиторий, возможно, он даже пустой, я не помню, что в нем лежит. Вот, давайте мы его просто поклоним прямо отсюда, или отсюда, вот тут можно вот так сделать, да, вот. Скажем что-то типа git clone, жмяк, вот вся вот эта фигня. Это мой публичный репозиторий, вот я его поклонил, вот мы можем туда перейти, в его локальную копию, вот он .git. И вот, как мы говорили, или давайте для интереса, cat.git config или git config -l, что то же самое. Вот. Только тут включены еще глобальные настройки. Видите, я, например, merge-tool тут определил. Еще, по-моему, editor где-то тут должен быть. Ну, короче, вот более хитрые настройки. Вот. И вот здесь вот в разделе URL того оригина, то есть того места, откуда вы клоните, куда вы потом пушите, да, указан вот такой URL. Кстати, как бы я помнил свой пароль. А меня не пускают по HTTPS, пускают только по ключу. Об этом мы поговорим отдельно. Вот. По паролю мы вообще не можем ходить. Ох ты черт. Возможно, это надо было сделать сегодня. Потому что я смотрю, что на GitHub мы даже опубликовать ничего не можем таким способом. Да? Да? Personal Access Token.
Дайте подумать. Чисто формально, да, если у вас хостинг на GitHub, вы не можете сделать домашнего задания. Ух, это надо всю лекцию перестраивать. Ладно, видимо, я не готов сейчас перестраивать лекцию. Неприятно это место. Надо сделать заметку, что в следующий раз все-таки надо начинать с ССХ, потому что иначе GitHub у нас выпадает из рассмотрения. Ну, чисто формально. Но давайте так, давайте мы пока что самостоятельно, те из нас, кто не знает, как это делать, самостоятельно научимся пушить на GitHub и клонить с GitHub по ССХ, там, с ключом. А потом мы про эти ключи, поговорим более подробно. Я, конечно, понимаю, что это такое. Сначала научимся плавать, а потом в бассейн воду нальем. Но, извините, вот у меня такое непланирование лекций. Тут люди говорят, что можно на GitHub настроить, чтобы было по-другому. Не знаю. Пробуйте. Режим этот вопрос. Хорошо. Значит, вот я не зря не хотел на эту тему распространяться. Это отдельная, довольно большая тема. Вот здесь вот надо вставить еще подпункт git pull синхронизация. Push. Вот. Хорошо. Значит, мы и так уже довольно много выжрали времени. Давайте мы все остальные темы, я подумаю, что еще нам не хватает, и запихну их тогда в следующую лекцию. А пока что у нас еще целых, в общем, три больших темы по Питону, но они простые и частично пересекаются с прошлым годом, поэтому мы не так много будем на эту тему рассусоливать. Тема номер один – это использование пипа. Значит, с использованием pip ситуация очень простая. У нас есть сайтик под названием pp, Python Package Index. Вот. Не в ту сторону. Да, вот он. Значит, у нас есть сайтик под названием Python Package Index, в котором хостится дофигища питонских пакетов. Да, вот 300 тысяч. И все наши разработки, я уже несколько раз к этому призывал, следует начинать с того, чтобы понять, а нет ли на PP инструментов, которые решают всю нашу задачу, или изрядный кусок нашей задачи, или многие подзадачи из тех задач, которые мы собираемся решать, ну и так дальше. Вот, то есть любая разработка начинается параллельно с разработки, собственно, идеологической и содержательной части того приложения, которое вы разрабатываете, и параллельно угугление интернетов на предмет того, чем можно для этого воспользоваться. Вот это очень хорошие интернеты для гугления того, чем можно воспользоваться для решения ваших подзадач. Да? Это, значит, вот этот самый, как его фамилия? Его фамилия Python Package Index. Для общения и для установки в соответствующий, так, давайте отсюда выйдем, для соответствующей окружения питонских модулей используется программа, которая называется pip. Вот, вот она. У нее есть забавное свойство, она не всегда идет в составе питона. Вот. И если у вас так устроен дистрибутив, что в составе питона нету пипа, давайте я попробую это сделать. Вот, сейчас попробуем. Я попробую сейчас создать абсолютно виртуальное окружение своими собственными средствами, не имеющими отношения к теме лекции, вообще к питону никаких. Да, это изолированная среда сборки пакетов в сообществе Alt Linux Team. Вот. А значит, и там будет стоять питон, но не будет стоять пипа. Я вот к чему. Вот. Значит, так вот, если у вас даже вот пакет, который ставится туда по умолчанию, собственно, все. Третий питон туда не все. Третий питон туда приедет. Вот теперь все. Третий питон туда приедет, а пип от него туда не приедет. Там будет стоять только питон, ну и как бы то, что в системный пакет питона входит. Опять не все. Ну давай.
Молодец. Вот. Значит, если я сейчас скажу пип, она скажет, сам ты пип. Нет никакого пипа. Пип 3. Внимание, вопрос. Как поставить пип, если пипа нету? Если бы пип был, то мы бы с помощью пип бы поставили. Сказали бы, пип, он стал пип. Но нет. Как это? Дурная бесконечность. Чтобы эту дурную бесконечность преодолеть, в состав питона входит какой-то старый, но работающий пип в, значит, в таком запасном где-то, значит, углу он там лежит. То есть есть специальный модуль, который называется ensure pip, убедитесь, что pip. Да? И для того, чтобы появился хоть какой-то pip, пускай старый, можно сказать так. Python 3 минус m ensure pip. Вот эта штука сейчас возьмет и поставит нам pip какой-нибудь, а также setup tools, два пакета. После чего, ну, pip3 он будет называться. Вот он. Pip3 внезапно появляется. Он, в общем, старенький, но работающий. Такая вот интересная подробность. Да? Значит, даже в окружении, где ничего нету, с питоном какой-нибудь pip приезжает. Его, конечно, надо pip3 install минус-минус upgrade pip. Вот. И вот теперь он даже самый более правильный. Тут Бибкубива спрашивает, использую ли я модули для автоматической работы в виде или сборки проектов. У нас будут еще модули для сборки проектов в количестве. Автоматической работой в вебе я не занимаюсь, поэтому, наверное, не использую. То есть все, вот всякие истории про скраппинг, это точно не для меня. Мы это обсуждали, помните, в чатике. Я как-то в эту тему даже вкуриться до конца не смог. Вот. Как видите, после того, как пип установлен, с помощью пипа можно установить пип, но на этот раз хороший, годный. Такой вот bootstrap, с позволения сказать. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Егор жалуется, что в Debian его нету. Ну, в Alt-Linux ensure pip появился после того, как я сам лично его туда вкрутил. Ну, вернее, не вкрутил, а разрешил его. Вот. Ну, потому что это полезная фича. Вот. Потому что поставить пип без пипа, это, ну, такое. В Debian, видимо, до этого еще не додумались. Ну, вот. Значит, что у нас теперь есть? У нас теперь есть pip, с помощью которого можно ставить, что хочешь. Вот, ну реально, что хочешь. Вот все вот это можно ставить, вот это все мое, все могу ставить с помощью pip. Вот, на самом деле нет, и об этом сейчас будет разговор. Тут, наверное, стоит сразу поговорить о том, а куда приезжают все вот эти пакеты, которые вы ставите с помощью питона. Первый способ – это ваша операционная система, например, Linux, может приезжать с довольно большим, я бы сказал, изрядным количеством пакетов на питоне. Например, сам питон на Linux обычно есть или ставится вот так, как я это... А, нет, или, ну, короче, он обычно есть, на нем что-нибудь да написано. Вот. Чем хорош питон, который приехал в вашу операционную систему вместе с пакетом, особенно если это Linux или какой-нибудь другой community-based дистрибутив? Скорее всего, этот питон модифицирован таким образом, чтобы особенно удобно работать с дисциплиной именно вашего дистрибутива. Вот, например, история с отсутствием в Debian ensure pip и наличием его в Alt-Linux, об этом говорит, да? Значит, пришли некоторые люди, которые сказали, а где тут ensure pip, я его хочу, без него неудобно. Вот, немножко поколдовали с спеками пакета под названием Python, и теперь ensure pip есть. Да? Или там пришли люди, которые говорят, слушайте, а как нам субмажорную версию Python менять? У нас же все индексы посыпятся, у нас же Python 3.9 будет называться Python 3.10. И немножко попатчили всю питоновскую инфраструктуру на предмет того, чтобы Python 3.9 и Python 3.10 по крайней мере видели друг дружкины пакет. Вот. Это так устроено в дистрибутивах, которым занимается комьюнити, а под какой-нибудь Windows или под какой-нибудь macOS, видимо, инсталлятор прям такой берешь и ставишь некий питон, по умолчанию прибитый, который работает так, ну, как разработчикам этого конкретного дистрибутива питон, а показалось, он должен работать под этой конкретной операционной системой.
пакеты питонные тоже могут частично приезжать вместе с дистрибутивом. Смотрите. Даже в изолированном окружении, а я сейчас нахожусь в изолированном окружении, о, смотрите, в этом изолированном окружении нет ни одного пакета на питоне. Во, видите, я хотел сказать, что даже в изолированном окружении не есть, его там нету. А вот в моей, вот я вышел сейчас из изолированного окружения, в моей боевой системе их вот столько. Не факт, что они мне все нужны, но они приехали при установке каких-то других пакетов. Давайте посмотрим, сколько. 283 штуки в моей боевой системе стоит 283 пакета из нашего хранилища дистрибутивов, поставленные как пакеты Linux, линуксовые. Да? Ни один из них не нужен для нормальной работы, то есть по умолчанию, потому что вот здесь вот не стоит ни один. Вот. Давайте мы пока что вот так и будем продолжать. Возьмем и будем работать из изолированного окружения, где ни одного лишнего пакета не стоит. Но прежде чем мы это сделаем, давайте посмотрим, ну, где, например, стоит, ну вот не знаю, вот пакет под названием Python 3 модуль appdirs. Это типичное место для раскладывания питоновского пакета, который входит в состав операционной системы, то есть ставится из пакета Linux. В Linux-системе. Значит, usr, lib, python3, site packages и дальше файлы, содержащие, собственность которых состоит ваш пакет. Обратите внимание на то, что это пакет, написанный на чистом питоне, в нем нету ни единого гвоздя, написанного не на питоне, и поэтому, скажем, в дистрибутивах семейства Alt Linux он приезжает в usr, lib, а какой-нибудь пакет, который требует математических расчетов. Сейчас возьму поменьше какой-нибудь. Ну вот, может быть, вот этот. А, он Noarch. О, тут видно, кто из них Arch, кто Noarch. Отлично. Вот, или XML. Они отличаются, видите, чем? Суффиксом. Здесь суффикс x8664, это означает, что этот пакет платформенно зависимый. А это Noarch, это означает, что он платформенно независимый, написан на чистом питоне. Вот, пакет... Вот с таким именем, скорее всего, будет в usr-lib 64 Python 3. Да? Давайте посмотрим. Ну вот, я оказался прав. Да? usr-lib 64 Python 3, site packages. Вот, и дальше XML, и дальше вот вся вот эта вот, весь пакет, он лежит вот там. Вот вся его внутренняя инфраструктура. Внутренняя структура. Вот. Так выглядят пакеты системные. Понятное дело, что довольно глупо было бы ставить дополнительные пакеты с помощью пипов прямо туда. Ну почему? Во-первых, потому что начнутся конфликты. Мало ли что там уже стоит. Во-вторых, потому что для этого надо права суперпользователя иметь. Впрочем, люди, которые пользуются какой-нибудь Ubuntu, в которой есть легенда, что все пользовательские программы надо начинать с суду, так будет лучше. Ну, в общем, это очень плохая, вредная легенда, и так делать не надо. Но и даже там, по умолчанию, пакеты пипом не будут ставиться в usr-lib. По умолчанию будет ставиться в usr-local-lib, это такое специальное место для локальной установки. Но это тоже плохое место, хотя бы потому, что вам потребуется суперпользователь. А зачем? Вот. Тут Леонид Сергеевич спрашивает, пип и пип-3, вот тонкости отличия одного от другого. Значит, до тех пор, пока существует приложение на Python 2, всегда будет некоторый конфликт, где приписывать число 2, где не приписывать. Вот, Python 2 или Python. Вот Python просто, это Python 2 или Python 3. В некоторых случаях это Python 2, а в некоторых Python 3. Pip просто, это Pip 2 или Pip 3. Опять-таки, в некоторых случаях так, в некоторых сяк. Вот. В 2010 году был принят PEP относительно того, что все питоне должно кончаться на 2, но, разумеется, легаси этих ваших линуксов может длиться десятилетиями и не меняться. Вот, поэтому, как видите, Ensure PEP делает именно PEP 3, в обычной системе PEP, по-моему, уже... Он уже от Python 3. А давайте посмотрим.
От какого он питона? Да, он от питона 3. Он же pip3, как бы на него есть ссылка, естественно. Во. Это ссылка или это... Я не вижу здесь количество ссылок. Или вот это количество ссылок. А, нет, это не ссылка, это просто копия. Это все копии, но, как видите, мы только что поглядели в PIP, и это был PIP 3. Вот. Значит, ну, бог бы с ним. Да? То есть тут, к сожалению, нет еще полной договоренности. Так вот, наиболее правильный способ установки питонских модулей в систему, в случае, если они не приезжают сразу с операционной системой, это с помощью PIP-а. Да? Наиболее правильный способ установки модулей с помощью PIP-а – это установка в локальный каталог пользователю. Почему? Так будет меньше проблем у всех. То есть мы говорим PIP install какой-нибудь, не знаю, там, PIP search. Это пакет, который может из командной строки искать по PIP. Вот. Что у нас происходит в этот момент? Про вент я расскажу, Бивкубива, чуть позже. Будет сегодня про вент рассказ. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит следующая вещь, которую, в принципе, нам нужно с вами тоже понять. Сам пакет pipsearch требует для своей работы еще кучу пакетов. И этот факт зависимости одного от другого, описан в его заголовке. То есть, когда мы говорим, пожалуйста, поставь пакет pipsearch, в действительности Python начинает скачивать с PP прямо целую пачку пакетов. Вот. Ну, request, конечно же, да, там, работа с сертификатами, beautiful soup для веб-скрапинга, короче, всякую ерунду, пигмент для раскрашивания, вот. Короче, всякую ерунду, с помощью которой он написан, по зависимости. То есть оформление пакета pipsearch устроено таким образом, что он зависит от других пакетов, и при установке одного остаются все. Те, кто из вас работают с Linux дистрибутивами, они с этим знакомы очень хорошо. Более того, я скажу, что система зависимости в Linux гораздо, на порядок, если не на два, удобнее, гибче, надежнее, чем система зависимости в Python. Вот. Другое дело, что может быть такой развесистой системы зависимости, как в Linux, в Python, просто не нужно. Вот почему? А вот как раз по причине того венва, по которому говорит Бибкубива. Тут Маркизио спрашивает, в чем разница между командами python-m pip install и обычным pip install. Смотрите, давайте посмотрим, что такое pip. PIP это скрипт на шеле в данном случае, который импортирует чего-то там из модуля PIP и чего-то там оттуда запускает. Что такое? Значит, он запускает вот отсюда какой-то main, и этот main запускает вот. Вот что такое PIP. Да, когда мы говорим PIP install, запускается вот этот скрипт, он на питоне, он дергает что-то, он на питоне, не на шеле, я соврал, он на питоне, он дергает что-то, и это что-то запускается. Теперь давайте посмотрим, как работает PIP Python в данном случае 3-m pip и там что-то такое. Как работает Python 3-m pip? Мы смотрим, где у нас находится модуль PIP. И берем его, не модуль, пакет под названием pip, и запускаем его main. Давайте посмотрим. Local lib python 3 set package pip main. Вот. Значит, напоминаю, что если у вас используется питоний пакет, а не модуль, то пакет это каталог с файлом init.py внутри каталога, а чтобы его можно было запустить как python-m, в нем должен быть еще файл main. Вот этот файл main выполнится, если вы говорите python-m пакет. И что мы видим? Мы видим вызов того же самого main. Давайте проверим. Не user bin pip, а .local bin pip
мы видим вызов не того же самого main, кстати. Здесь вот такой main, а здесь вот секой main. Интересно. Давайте посмотрим. А, мы видим вызов того же самого мейна, смотрите. Абсолютно того же самого, просто под другим именем. Здесь подчеркивание мейна, здесь он мейн называется. Да? Абсолютно тем же самым способом. То есть, формально говоря, эти два способа запуска, о которых говорит Маркизио, то есть запуск pipinstall и запуск python-m pipinstall, ну или там что-то такое. Формально говоря, они начинаются с разных мест. Pipinstall начинается с выполнения вот этого скрипта, а Python-m pip начинается с выполнения вот этого кусочка кода. Но фактически, как видите, все приводит вообще к одному и тому же. Тут, правда, есть еще какая-то мутатень, связанная с виндой. Удаление расширения pv и .exe так на всякий случай. Вот, ну, короче, какая-то хрень. Ну, с виндой всегда хрень, это известно. Вот. Такая вот простая, немудрящий ответ на вопрос, чем они отличаются. Фактически, формально чем-то, а фактически ничем. Вот. Давайте выйдем отсюда. Чтобы два раза не вставать, давайте мы посмотрим, в принципе, повторим. Ну как повторим? Подумаем над тем, что такое питоний модуль. Питоний модуль — это каталог, в котором должен быть файл бла-бла init бла-бла.py. И фактически, если вы хотите превратить пакет в модуль, то есть пакет однофайловый в модуль, вы делаете имя каталога, совпадающееся с именем пакета, только без .py, а в него кладете весь исходник вашего пакета в файл init. В действительности там структура более интересная. Вот, потому что вы в этом ините, вообще говоря, делаете только те действия, которые сделать необходимо. Вот, ну, pip в данном случае менее показательный. Давайте посмотрим какой-нибудь еще пакет, ну, pygments, например. В нем тоже есть init и тоже есть main, но давайте посмотрим vv-init. Вот, как видите, здесь экспортируется, то есть здесь определяются какие-то главные имена и функции lers, format и highlight, которые будут доступны просто в модуле. Это у нас, напоминаю, pygments. Да? pygments.lers, pygments.format и pygments.highlight. Здесь же упоминаются какие-то внутренние переменные типа version и docformat. Здесь же упоминаются специально символы, которые приедут, если мы скажем from pygments import звездочка. Все остальные символы не приедут. И все подмодули не приедут. Приедет только lex, формат и highlight. Бипкуби вас спрашивает, по идее модуль может быть пакет, он называется пакетом. Пакет может быть и из одного файла, но init обязателен. Правильно переформулирование этого утверждения. По идее, питоний пакет может в каталоге содержать один единственный файл, и этот файл должен быть инитом. Вот. Вот, как маркер того, что это именно пакет, да. То есть, если мы сейчас скажем Python 3 и from pygments import звездочка, то мы получим вот эти три, мы получим вот эти три символа. Вот они, формат, highlight и lex, те, которые были указаны в специальной переменной бла-бла, all бла-бла списке. Все остальное к нам вот поэтому импорт звездочка не приедет. А у самого модуля pygments на самом деле еще подмодули есть какие-то, да? Видите, там lexers, formatters, filter. Но поскольку все это пользователю обычному не нужно, а нужно только разработчику, styles, вот, то все это непосредственно из namespace в init недоступно, а доступно только если вы скажете что-нибудь вот такое. Import, что там, pygments, точка, formatters. Вот так можно сделать. Вот. Вот. Значит, документацию, с дальнейшим вас отсылаю к документации по пакетам на питоне. Почему я про это сегодня вспомнил? Потому что домашнее задание у нас будет написать пакет на питоне и опубликовать его в гите. Вот. А мы с вами, у нас осталось совсем немного времени, мы с вами продолжаем.
Значит, как вы уже могли заметить, при локальной установке пакетов питоних и модулей, ну всего, локальной установке всего, в действительности никакая системные каталоги не страдают, а все приезжает к вам в локальный каталог, в домашний каталог, в подкаталог .local, конкретно .local, .lib, Python в нашем случае 3, вот, иногда там пишется 3.10, но так не надо делать. Вот, в подкаталог Site Packages, сторонние пакеты. Вот, они все туда приехали. Все, что мы понаставили, а напоминаю, мы ставили pip search. Ну что там, что-то можем поискать. Давайте что-нибудь поищем. Figlet. Вот, смотрите, какая красота. Вот, значит, мы поставили pip search сказал, мужик, ты вообще-то можешь зайти на адрес pp.org и вот с таким URL и все увидеть в браузере. Но если ты хочешь из командной строки, окей, вот тебе красиво оформленная разноцветная командная строка. Для установки этого pip-search нам потребовалось установить еще кучу всяких других пакетов. Где-то это было в истории глубоко. А, я закрыл это окошко, ну неважно. Важно то, что все эти пакеты приехали, у нас все работает. Как устроен этот каталог .local lib Python 3. А, никак. Он вот так устроен. Небольшой бонус. Обратите внимание на то, что команда pip-search внезапно появилась у меня среди доступных команд для выполнения из командной строки. То есть я бы мог написать вот так вот. Вот и это понятно, откуда взялось. Откуда взялось вот это? Что это за команда pip-search, которой не было до установки? То есть получается, что при установке пипом вашего питоневого пакета к вам могут приехать системные, ну, сценарии под вашу операционную систему. Чистая правда. Давайте посмотрим. Оказывается, в каталоге local еще появился под каталог bin. И там уже лежит куча всякого всего интересного. Вот. И в силу того, что в этом вашем Linux под каталог local bin, в моем Linux, не знаю, как у вас, вот он. Именно поэтому все скрипты, которые мне приезжают вот сюда, мне доступны по имени, я могу их вызывать. Если у вас вот этого подкаталога нету в path линуксовом, то вам придется пользоваться вот таким способом, который, в общем, как мы уже выяснили, практически не отличается от SQL. Ну, просто мне удобнее, чтобы у меня были командные строки, ну, не знаю, там, пагментайз, чего там, давайте что-нибудь отпагментируем. .local, lib, python 3, site packages, pip, я сказал, main. Тыдыщ. Вот мы отпигментировали, правда, в каком-то совершенно упадочном совершенно стиле, но как бы и ладно, пускай будет упадочный стиль. Главное, что мы видим, что он разноцветный. Это, видимо, стиль, рассчитанный на светлый фон. Вот. Сейчас, давайте поищем. Я думаю, что есть... Во. Минус О стайл Зернбюн. Раз уж пошла такая пьянка. О, ну вот. Это вот красивенький, розовенький, голубенький форматер. Называется, стиль называется Zenburn. Вот. Это еще потому, что у меня терминал от 256-цветный. И он, видите, каким красивым цветами раскрашен. Я обещал сказать, какая проблема у pip-install'а. У pip-install есть две проблемы. Проблема первая не решается. Вернее так, она решается, но не вами. Дело в том, что далеко не все пакеты на питоне написаны на питоне. Вот я надеюсь, что мне не приехало ни одного пакета на питоне. Не на питоне, а двоичного. Но фиг знает. Ни одного не приехало. Тем не менее, питон
как язык программирования, у которого базовая реализация написана на C и очень хорошо написана, имеет могучие инструменты интеграции с программами на C, которые нужны для очень многих вещей, например, в частности, они нужны для того, чтобы писать высокопроизводительные кусочки. Вот, потому что питон-интерпретатор и там миллион объектов в миллион строк кода, это в общем очень медленно для питона, для, по сравнению с тем же C, прям много, раз в 20, может быть, медленно. В 5 так точно. Вот. Соответственно, довольно часто к питону приезжает какая-нибудь обмазка из имеющейся системной библиотеки на C или обмазка не имеющейся, а написанной библиотеки на C. Вот. Когда мы говорили, помните, мы запускали вот здесь вот вот такую вот штуку, да, вот все пакеты, у которых в Linux индекс x86-64, скорее всего, содержат в себе разделяемую библиотеку, загружаемую в Linux в память. Вот. Вся математика, всякие вот там сцепы, нумпы, да, всякой гуй, типа VX. В общем, очень много такого рода пакетов требует программу на C. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну вот, допустим, вот OpenCV, да. Вот. Вот он. Есть некая обмазка на питоне. Вон она. И есть в ней библиотечка на C. CV2. Может, на C++, фиг знает. Вот. Давайте посмотрим. Хотя, конечно, это не тема совершения сегодняшнего занятия, но мне самому интересно, на чем она. Ну, минус D большое, да. На C++ она. Видите, какие адские названия символов. Вот. Надо сказать минус CD, и там вот. Вот она на C++. Ну, потому что OpenCV на C++, понятно. Вот. А фишка состоит в том, что с некоторой вероятностью библиотека эта не заработает на вашем Linux, Windows, значит, macOS или еще чем-нибудь, если у вас очень сильно отличается окружение. Ну вот, как видите, например, у этой библиотеки есть версионированная функция под названием, которая хочет не просто там какого-то викпоинтера, а викпоинтера с ABI, соответствующим glibc 3.4.15, и если по отчаянию у вас слишком старая операционка или что-нибудь еще такое, да, у вас эта штука может просто сказать: а я не знаю, куда ходить, где этот ваш OpenCV, который мне отдает C++-ную символ вот с этим интерфейсом, и не заработает. Вот. Одно время это было прям бич питоний. Сейчас все стало сильно получше, потому что питонный пакет, как мы увидим это в конце нашего семестра, распространяется с помощью так называемых колес. И в это колесо можно положить прямо библиотеку. И есть люди, которые туда бинарники кладут. Вот. Знаете, как устроен питоний модуль для CMake? Чтобы из питона вызывать CMake. Он приносит самой бинарный CMake и вызывает его путем subprocess run. Вот. Да. Так вот, значит, и с тех пор стало все, в общем, несколько лучше. То есть, если вам повезет, то какой-нибудь математический, околоматематический, ну, давайте адище какой-нибудь, нумпы поставим. О, обратите внимание на то, что он скачал не просто там какой-то пакет, а пакет, значит, для 3.10 питона, для разных Linux совместимостью с ядром, начиная с 2.17, со специальной модификацией совместимости от 2014 года, это уже не 2.17, гораздо более позднее ядро, для платформы x86-64. Вот в этой фигне, интересно, где она? Наверняка же где-то есть. Где-то в кэше должна валяться. Что, не валяется? Он ее удалил, что ли? Ну, как обидно. Ну ладно, удалил. Надо было сделать ему что-то типа download only или no purge, но неважно. Да? В общем, 16 мегабайтов чего-то он скачал. 16 мегабайтов отлично установилось этого нашего numpy. Вот.
local lib Python 3 side packages numpy. Вот он. Но среди этих файлов, разумеется, есть. Где они? Numpy. Во! Разумеется, есть в количестве разделяемой библиотеки, написанной на C, просто потому, что очень много инструментариев этого самого NumPy написано на C со всеми вытекающими. Вот, видите? А вот это, кстати, на Pyrex, да, написано, то есть он сгенерирован из специального помеси C и Python. Ну, короче, вот. Тем не менее, эта штука у нас заработает, я почти в этом уверен. NumPy модно вот так импортировать. A равняется np.ray. Да. Вот. Ну, короче, работает. Да, значит, тут люди сразу начали интересоваться Python C Interface. Значит, пример, как научиться спрягать Python с C-шкой, находится в документации по Python. Там есть прекрасный, здоровенный учебник по тому, как это делается. Смотрите туда, и все у вас получится. Я делал так. Вот. Вы можете пошарить по сайту unix.org. В одной из старых лекций у меня был пример написания Python C интерфейсов. Вот как раз в курсе аналогичный этому. Просто сейчас объем стал такой, что у нас на все время не хватает. Тут всякие интересные вопросы задают. Я не знаю ничего про ПП. Будут ли запускаться колеса из-под ПП? Я думаю, что будут. Там, я думаю, что тоже есть интерфейс к C. Вот. Полной совместимости между Python и PP никто не вам не обещал. И второй вопрос. Вот этот файл на C++ будет ли компилироваться? А вот это главная история, относительно которой я хотел все это рассказать. Главная история про модули, написанные на других языках программирования, состоит в том, что если нужной архитектуры нету, просто нету, автор не предусмотрел. Или не нашлось подходящей архитектуры, где-то там у нас была в логах. Ну, мы уже проворонили этот момент. Короче говоря, не нашлось подходящей архитектуры под вашу конкретную операционную систему. То будет произведена попытка скачать исходники и скомпилировать их каким-то предположительно универсальным способом. Вот эта вот универсальная компиляция из исходников на C++ в произвольном окружении произвольной операционной системы абсолютно хрупкая вещь, которая, в общем, в подавляющем большинстве случаев не работает, а работает только в тех окружениях, к которым конкретно она прибита гвоздями. Вот. Это до сих пор является достаточно большой проблемой при разработке приложений на Python. Хотя, как видите, NumPy отлично заработал. Ну, как отлично, мы не проверили, но, в общем, он заработал и так. И на Linux заработает, и на Windows заработает, и на macOS заработает. Заработает. Вот. Но не дай бог вы наткнетесь на такой модуль, который нужно скачивать и компилировать. Тут, конечно, все плохо. Вот. Значит... Поэтому очень модно в Python-сообществе все переписывать на чистый Python, потому что так оно работает лучше вас. Но, в общем, со времен изобретения там несколько лет назад колеса, то есть много архитектурного способа упаковать бинарный питоновский пакет, да, стало все резко полегче. Да. Вот тут Леонид Сергеевич говорит, что для разных версий Python тоже должны быть разные версии этих самых модулей, потому что может быть несовместимы ABI. ABI может быть несовместимы, особенно в обратную, не в ту сторону, если в обратную. Вот. Поэтому, да, если у вас старый Python, то пакет, собранный для Python 3.10, просто не будет работать, и вас попытаются его пересобрать, а это нереально. Не рассчитывайте на то, что пакет из исходников без опыта сборки пакета из исходников у вас пересоберется как-то сам. Вот. У нас осталось минус одна минута, но эта минус одна минута очень простая, и я себе позволю потратить еще 5 минут времени, извините.
Минус одна минута у нас идет вот на что. Ну, то есть 5 минут. На разговор про виртуальное окружение. Значит, что такое виртуальное окружение? Видите, что я сделал? Обратите внимание на вот эту вот фигню. Я создал большое виртуальное окружение средствами Alt Linux, средствами инструментариев, которые, значит, используются в сообществе Alt Linux Team для сборки пакетов в чистом окружении. Вот. Зачем я это сделал? Чтобы не ставить всю вот эту экспериментальную ерунду прямо себе в локальные пакеты, вот в .local.lib.python3 в моем домашнем каталоге. Я сейчас сделаю вот так, выйду из виртуального окружения. Оно пока и существует в файловой системе, но я могу в любой момент удалить, и все исчезнет. Проблема состоит в том, что конкретный инструментарий, хэшер, который я сейчас использовал, и это специфика конкретно сообщества Alt Linux. В других операционных системах, в других там Linux-дистрибутивах есть другие методы организации изолированных окружений. Вот, разные степени удобства, безопасности, осмысленности и всего остального. Вот. Но в любом случае это оверкил. Потому что фактически, как вы видели, когда я это создавал, у меня туда в это окружение устанавливались все вообще пакеты Linux, которые нужны. В действительности для разработки на Python не нужно переустанавливать всю операционную систему. Для разработки на Python нужно сделать только две вещи. Две. Показать, где лежит правильный Python, и показать, где лежат пакеты, вот эти свежеустановленные, с которыми мы будем работать. Все. То есть, когда вы говорите что-то типа Python, давайте сделаем cdsrc, Python 3, минус m venv, типа создадим виртуальное окружение под названием nvron. О! Что происходит? Происходит каталог, создается каталог, который называется nvron, в котором, давайте сюда перейдем, в котором хранится конфигурация этого виртуального в кавычках окружения. В котором хранится каталог lib с уже известной нам структурой. В котором хранится специальный каталог bin с некоторыми файлами, которые нам понадобятся. В частности, там есть pip. Python, который в данном случае является просто символной ссылкой на Python наш системный, и специальный скрипт Activate. Для того, чтобы из этого каталога сделать виртуальное окружение, я заканчиваю, простите, достаточно одной команды, а именно source bin/activate. Причем тут можно это сделать на PowerShell, на Shell, на C-Shell и на Fish. То есть под винду он тоже есть. Как видите, нам поменяли подсказку, нам намекают, что мы теперь активировали виртуальное окружение под названием Environ. В действительности не произошло ровным счетом ничего, кроме одного. По крайней мере в Linux так. Нам в начало нашего path добавилось вот такой вот каталог bin. Вот этот. Больше не произошло ничего. Однако, с точки зрения Python, изменилось прямо все. Почему? Потому что если мы сейчас скажем Python, то нам запустится какой Python? Вот отсюда. Вот этот. Если мы сейчас скажем pip, то нам запустится какой pip? Вот отсюда, вот этот. Если мы сейчас скажем pip install, не знаю, там какой-нибудь все тот же pip search, потому что он большой и притаскивает с собой много, нам установка модулей будет происходить куда? Вот сюда, в lib. Вот сюда. ls.lib. Lib. Вот они. Если мы скажем pip list, минус-минус use, просто pip-list, нам перечислятся только те модули, которые установлены в нашу локальную, вот это вот виртуальное окружение, отличающееся исключительно тем местом, откуда запускается Python. У нас даже pip опять старый.
У нас даже ПИП опять старый, потому что у нас развернулся тот ПИП, который делается, приезжает с модулем Venv. Вот мы его обновили, наш ПИП. Вот. Никаких, обратите внимание, никаких дополнительных модулей, коих 200 с гаком штук у меня стоит в операционной системе, при работе в виртуальном окружении нету. Вот они все. Только то, что нужно. Именно так рекомендуется разрабатывать все приложения под Python. Именно так мы это будем делать в домашнем задании, которое пока еще нету, но сейчас оно, я сейчас его сделаю. Вот. Именно Venvom я рекомендую на первых порах пользоваться. Как убрать это? Просто выйти. Ой, ну оно совсем вышло, но, значит, как вы понимаете, вот все пакеты в моей системе, включая системные, да, там 200 штук их было. Вот пакеты, которые я установил в домашний каталог .local, 14 штук. Сейчас давайте посмотрим на них. Это совсем другие пакеты, видите? Вот. Хотя pipsearch там есть наверняка, да? А для того, чтобы продолжать разработку с нашим virtualenv, надо туда сделать cd. cd src environ. И сказать ему source или там точка bin, точка bin activate. Вот. Вот это уже пакет, который приехали только по зависимостям, только сюда. Вот. Леонид Сергеевич говорит, что еще можно сказать deactivate, и тогда, во, и тогда все восстановится. Шикарно, спасибо большое. Не обязательно выходить совсем. У нас мы выжили все время, какое могли, но я рассказал буквально все, что собирался. Прям все. Это удача. Домашнее задание я еще не сделал, но я его сделаю. Вот. Значит, в домашнее задание будет входить установка какого-нибудь левого модуля и написание своего собственного модуля с его использованием. Так, какие-то вопросы? Маркизио, пип-лист и пип-фриз это абсолютно разные вещи, ничего общего с собой не имеющие, внутри себя не имеющие. Да? Описание того, чем они отличаются друг от друга, будет состоять в описании пип-листа и пип-фриза. Пип-лист показывает количество, все пакеты, которые у вас установлены. Пип-фриз формирует специальный файл, в котором написано, какой версии, какие пакеты нужны для разработки вашего приложения. Не надо устанавливаться от готового виртуального окружения, хотя, может быть, такой инструмент есть, я просто не знаю. Вот. То есть, я не вижу особой причины, как, зачем это делать, за исключением пресловутого пип-фриза, но об этом мы поговорим потом, а то мы уже и так время наше вышло. Вот. То есть, идея стоит в том, что вы можете запипфризить те модули, которые вам нужны, и потом внутри виртуального окружения их по-быстренькому установить. Вот. Мы про это будем говорить. Это pip install минус-минус requires, что-то такое. Вот. Еще вопросы? Значит, если нету вопросов, то всем спасибо. Значит, у нас домашнее задание будет сегодня. Те, кто участвует у нас в лекциях по архитектуре, имейте в виду, что домашнее задание я сделал. Вот. По этой теме мы с вами встречаемся через неделю. Вот, а ближайшая наша встреча у нас завтра, у нас курс по сетям в Linux, вот, и там будет первое большое домашнее, ну, как бы, разумное домашнее задание, так что не пропускайте, спасибо и до встречи.